чемпионат мира по футболу, даст ли он дальнейший толчок для развития туризма? Он уже дал огромный толчок. Болельщики, которые приехали, они обязательно захотят вернуться сюда. Они расскажут своим родным, близким, знакомым, что есть такая страна, Россия. Есть там Татарстан, где очень хорошо кормят, очень хорошие люди. И они туда приедут. Поэтому большие ожидания о том, что после чемпионата мира к нам приедут очень много туристов, очень много бизнесменов, которые хотят работать в России. Здесь самый лучший налоговый режим, здесь недорогая рабочая сила, здесь огромный рынок потребления, и любой инвестор может приехать к нам. Я уверен, что вот такая возможность сделать презентацию нашей страны – это великолепная возможность.